Здравствуйте, Игорюшка, с наступающим 8 марта вас. Столько камер, я не... Спасибо, документы показывайте. Взмах жезлом, и машина останавливается. Инспектор приветлив. Вместо документов сегодня попросит улыбку. Вместо штрафа вручат цветы и подарки. Радио «Лема» совместно с Дорожной инспекцией Владивостока провели акцию «Весенний патруль». Что вы первым делом почувствовали, когда вас остановил сейчас сотрудник? Когда да. его увидел. Конечно же, испугался. Думаю, какого ж ляда ты меня сейчас останавливаешь? У меня в час уже утренник. И тут появился тюльпан. Нет, а я увидела тюльпан, такая, ой, е. Честно признаться, я забыла включить фары. Я думала, по этой причине он меня остановил. Самое главное, чтобы... Моему страху не было предела. Радость и счастье вместе. Спасибо. Тюльпаны от Приморского агрокомплекса, минеральная вода «Медвежка», сертификаты от клиники репродукции и генетики NGC, медицинской лаборатории «Тафи Диагностика» и студии красоты «Он и она», массажное фитнес-оборудование бренда «Ямагучи». Желающих присоединиться к поздравлениям милых дам было много. Пока вашу семью вместе с машиной эвакуируют, мы с вами выйдем в эфир. Сможете сказать что-нибудь хорошее, приятное девчонкам, всем, которые слушают радио «Лема», а? Ну, давайте. Давайте, отлично. Я, безусловно, поздравляю всех девушек, женщин, девочек с 8 марта. Вообще, с наступлением весны, с тем, что у нас потеплело, с тем, что все изменилось, природа просыпается. И я желаю всем исполнения желаний и побольше таких приятных сюрпризов. Все автоледи отвечали искренними улыбками. Даже те, кто спешил, не пожалели пары минут на добрые слова благодарности. Все дамы обещали неукоснительно соблюдать дорожные правила. Вот, сегодня обязательно пристегивайтесь, соблюдайте правила дорожного движения. Вы решили прям выйти и обнять нас конечно, всех. Да, конечно. Ну, всех я не обниму, я без маски. Сегодня можно, сегодня... Очень, спасибо вам огромное. Не, я все равно не буду целоваться. В преддверии Международного женского дня «Прекрасный пол» стремятся поздравить и самые молодые. Ребята из движения «Юный инспектор» присоединились к акции, чтобы вручить самодельные открытки. Что бы ты пожелала маме и вообще всем прекрасным женщинам в этот праздник? Чтобы они не болели, были такими же красивыми и чтобы у них все сбывалось. Мы ежегодно проводим конкурс открыток «Моя мама – водитель». И лучшие открытки раздаются женщинам как раз-таки в преддверии 8 марта. Вот сегодня юные инспекторы движения города Владивостока рассказывали стихи, дарили открытки, инспекторы вручали цветы. И, собственно, что хочется пожелать женщинам от лица госавтоинспекции? Безопасных дорог, будьте внимательны, осторожны, берегите себя, своих близких. Пусть улыбки будут на ваших лицах не только 8 марта, но и ежедневно. Акция «Весенний патруль» проходит не первый год. Традиция поздравлять автолюбительниц пришлась по душе и инспекторам, и участницам. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на 8.